И всем привет, дорогие друзья, с вами Димас, Дима Покемон, Кэт Макс и Серега. Сегодня мы играем в Гаррис Мод. Пацанчики, поздоровайтесь. Всем привет. Всем привет. Сегодня мы играем на карте FNAF 8. Если пьете, кушайте, приятного аппетита. А пацанчики нас пугают. Так что, ребята, если вам нравится эта карта, эта рубрика, ставьте лайкосик и пишите комментарии. Тут даже Димон этот. Охранников. Воздух свежий. Ага. Пора его испортить. Автомат игровые. Прозрачный. Но это для того, чтобы, может, оптимизация была? Угу. Может, и не для этого. Мне нравится. Ну, можно классно так. В прятки играть, заныкаться. Ребята, сделаем то, что вы очень любите сильно. Это калитка от Димона Покемона. От бабушки Димона. Так, мужики, короче, мы закрылись. О, кстати, давайте посмотрим то, что... Ну, видно, короче, как маринетка сидит внутри. И дергается. Электричество как-то бьет. Ага. Кстати, даже вижу ее ноги и полосатые руки. О, это Rockstar... Марионетка. Rockstar Марионетка. Офигенно. Это прикольно. Да. Классные. Вот, о, у него шляпа есть. Так, Димончик делает. Смотрим. Так, новые подожди, канаты. Подожди, подожди. Старичок, не ползи к нам. Стой. Ты куда пополз? Ну-ка, давай не будем сегодня. Так, Димон сделал какую-то тягу на бульбашках, не? О. Кстати, Димон очень классно сделал. Пусть не так, как всегда, даже лучше. Бей, бей по башке. Димон, не пускай, не пускай. Не... О, ты его отталкиваешь. Бей, бьёшь. Бабушкиной калиткой по башке еще никто не получал, не? Димон, как ты думаешь, у него жизни тратятся? Да, по чуть-чуть Димас отбавляет. Эй, ты чё энергию открыл, попугай вонючий? Улетай. Димон, он залетел к нам. В дырку. Ты чё, лови улетай его. Отсюда. Я его давай, вижу. Монетки, эй, гармошек. Вэк я найду. А, монетки нам должен, да. А у него нету, Димон, скримера. Знаешь что, Димас, у Фокси есть вероятность того, что он нападет. Попугай сам себе дверь. И эта вероятность выпала, то, что нас убил, да? Да, еще вероятность того, что он дверь открывает. Изнутри, вообще сильно. Так, а ну, Димон, отсюда уже все поуходили, давай открываем эту дверь. Вот, блин, она какая-то дрочливая, эта дверь у тебя. Да, ну она такая веселая. Есть такое, да, немножко? Так, и давай с этой стороны сделаем тоже. Так, как ты сюда проник, алло? Ему надо заплатить, Димас. Он гопник. Это местный гопник, Димас. Гопник ты наш местный. Да, микрофон местный. Надо забрать. Сейчас, секундочку. Так, 5 монет. Сейчас слышь, мы тебе дадим. Кто там пришел, в очередь вставайте, пацаны, мы не можем сразу всех обслужить. Давай, Дима, суй в него, это, монеты в него. Монеты, я тебя сейчас засу... Ай, блин, кто-то дерется. Суй в него, Дима, в жопу его засу. Да не могу, там воняет. О, жрет, смотри, что сожрал сколько. Диман, монет, закрывай калитку, блин, ты не успел. Свети в него, свети фонариком. А, светить надо, светить, все, мы светим. Он сесть должен, вот, все. Блин, завтыкали. Так. Ну чё ты смотришь на меня, такой зубастый. Смотри, красавчик. Когда он сел, на него нельзя больше светить вас, когда он сидит. А ты ж мне не сказал сразу. А ну, Димон, да, дай мне по башке проверим, сильно лупит или нет. Конечно. Давай. Ого, больше не надо. Я уже понял. Димон, 50 хп? Довольно-таки неплохо для калитки. Димон, закрыть надо было! Марионетка забежала. Ну ничего, мы выживем. Марионетка. Бесплатный пропуск окончен. Бесплатная экскурсия. Димас, беги ко мне быстрее. Я заныкался. А, заныкался, хорошо. Я слышу, как кто-то стучит там. Я тебя понял. Все, так, я иду. Где-то бегаешь, я сейчас сделаю новую калитку. Вот, ребят, вы когда-нибудь видели мусорную калитку? Димон, открой, пожалуйста. А, блин! Так, Димас. А это что у тебя за мусорный бак? А это мусорная висит? Калитка. Мусорная калитка. Первый раз такое слышу, да. Но очень интересно. Слышишь, как там кто-то крякает нам? Мужик, уходи. Мы попугаев... Ого! Ну он пролезть не может, только жопа застряет. Вот чуть-чуть не хватает, но скоро, я думаю, будет. Это аниматроник, у которого из-за того, что у него жопа здоровая, не пролезает. Чё ты крякаешь тут, крякалка? Так, сейчас мой толкатель возьмем. Так, о, ты уже, короче, резинки от трусов приделал. А это новые резинки, видишь, усовершенствованные. Такие красивые. Проволочные. О, здоровяк пришел. А как он пришел к нам? Через вентиляцию? Блин, забыли закрыть. Я пока калитку строил, ты, Димас, бы хоть чуть-чуть это
Калит, да, я не смог. Ты так внимательно показывал и рассказывал, я глаз не мог оторвать. Так, давай проверим. Давай продолжим. Диман, закрой вентиляцию. Смотри, работает. Да, блин, попугай этот вонючий прилетел. Лови, лови его. Ловим, ловим. Так, опа. Давай нам 10 монеток, а то нам платить нечего. 40 тысяч долларов. Монетки, монетки нам сыпет, Димас. Ого. Это очень все, много. Все, все мои. Все, уходи. Давай, давай. Давай, а нет, Дима, только не открывай, не открывай двери. Нет. Ах ты, калиточник, убил меня. Так, все, Дима, шума больше никакого нету. Давай наше золотишко складываем. Так. Там кто-то спавнится очень большой. Да, согласен. Ого, ты монет тут нафигачил. Рокстар Чика пришла. Ты че, а ну баракасами потряси. Знаешь, что для Рокстар Чики нужно? О, а ну станцуй. А где Бонни с гитарой? Так, Димас, для Rockstar Chiki нужна табличка «Осторожно, скользкий пол». Тут, короче, скользкий пол. Это работает так? Нет. Ты посказал. А здесь скользкий пол. Ты можешь упасть и умереть. Димон, твоя калитка опять не сработала. Она просто не усовершенствована. Димас, от этого челика не спастись никак. Я знал уже. Подожди, а может это гитару реально где-то его тут достать? Прикольно играет он. Короче, у него эта гитара сломана, Димас, надо новую найти. Давай поищем. Какая у нас есть гитара? Я тебе могу мячик дать, хочешь? О, съел его. Нормально. Все, он уходит, ему понравилось. Гитара ему не нужна была, так как она у него и так... Дима, тут, короче, это какой-то дурачок с шариком бегает, по-любому. Так, ты чё меня бьёшь? Где? Кто? А, к нам какой-то... А я думаю, а чё у меня фонарик не работает? А, злодей какой-то ворует. Слышь, давай его ногой бить. Это батареечный вор. Вот он тут, вот он тут. Ой, пришел, козявочка какой. Лупил, лупил. А вот он бегает, этот сопляк малой. Ай, блин. А, Димон. Да он какой-то опасный. Я не знаю, как его убить, я его не вижу. Слышь, ты. Я могу Дима на корточках бить даже. Я его бью. Давай его в руки возьмем. Слышь, ты, ручной мишка. Иди сюда. Че ты тут делаешь у нас дома? Смотри, он настолько тяжелый, что я его поднять. О, кстати, его надо пожалеть. Его надо пожалеть. А, Балумбой, вот он, Балумбой. Пинай его, Дима, спинай Балумбой, он здесь. Балумбой, ты фонарик мне отдай. Бей. А фонарик не работает. А! Ах ты! За Димона отомщу. Надо было на Тимара светить. А нам нечем было. Я их боюсь, они какие-то очень... Ой. Смотри, в тебе заспавнился. Спринг Трапушкин. Димон, у меня фонарик не работает. А, у меня работает. Да. А! Слышь? Так, все, Димас, началась война между аниматрониками. А, блин, Димон, а как я его не видел? Так, ой, фонарик заработал. Спасибо тебе, Бонни. Димон, а да он... Кто стол украл наш рабочий? Его съели, его не украли. Там в столе лежали булочки с картошкой. На. Ого, да не надо тут на окнах лежать нам. На. Ого, труп фейшены вылетают. Кто-то у нас уходит. Уходим, уходим, открывай двери. А, блин, кто-то меня сожрал. Я тоже. Да смотри, что делает. Димон, доставай ядерную бомбу, быстрей. А, подожди. Ядерная бомба. Ядерная бомба. Да ядерная бомба, говорю. Ты, Дима, тоже не возрождаешься? Так как? Я лежу. Слышишь, так нечестно, уходи. Димас, гаси его. Не могу, я умираю. Так, ну, Димон, все. Все, вам хана. Вы знаете, где, вы знаете, где я живу? Где? Там, где взрывать ядерные бомбы. Да слышишь ты! Ого, вы чего? Это Димас, я аниматроников побью. Диман, чисто в центр пиццерии. О, я. А? Пойдет? Смотрите, жареные аниматроники лежат. Или это Димон? Димон, это ты? Не-не-не, это не я. Аниматроников валяется. Смотри. Идем посмотрим. Ого, смотри, сколько спринт-трапов. Да, дай посмотрю. Мужики, вставайте. Ого. Мы свои. А че их так много? Не знаю. Мы их братьев убили.
Гора спринтрапов. Ребята, недорого, спринтрапы на запчасти. Можно купаться в них вообще. И, друзья, ну что ж, если вам понравилась эта серия, вы хотите еще, ставьте палец вверх, подписывайтесь на канал, комментируйте, вступайте в группу ВКонтакте. Ну а всем отличного настроения и всем пока.